Новое дыхание в текстильные традиции. В галерее Ивановского художественного музея открылась выставка «Круг-2017». Конкурс текстильного рисунка – мероприятие ежегодное. Учредителем выступает Союз дизайнеров России. На соцаудитории свои работы представили студенты и профессиональные дизайнеры. На выставке самые лучшие образцы, можно даже сказать, жизнеспособные. Многие работы, они реализуются, потому что это не фантазии, а реальные работы, которые реализуются на сегодняшних предприятиях ивановских. Каждый автор мог выбрать интересную для себя номинацию. Анастасия Кулакова разработала рисунок для постельного белья. Это, кстати, по совместительству и дипломная работа девушки. За геометрией скрыта своя философия. Цвета тоже не случайны. Я отталкивалась от работ художника Пита Мондриана. У него там такая достаточно сдержанная колористика, то есть там красный, желтый и синий цвет. И я как раз взяла его за основу, и эти цвета поэтому на моих работах. К работам Татьяны Щербаковой у специалистов отдельный интерес. Перед автором стояла задача создать сувенирную коллекцию платков. За основу дизайнер взяла тему тканей, выпущенных на ивановских фабриках в 30-е годы. Получился современный облик, новая стилистика. И кто возьмется спорить, что гайки и болты – это не женственно. Плюс традиции ивановские, то есть это красные платки, на красном фоне синий цвет, тоже является традиционным. И вот этот сплав, он, да, вот такое новое решение, когда используются традиционные схемы, схема лоскутной техники, традиционной для русского искусства. Вот, то есть хотелось создать новый образ, новый облик Иванова, новую стилистику какую-то передать в этих платках. Другие дизайнерские решения лучше увидеть своими глазами. Выставка будет работать до 23 марта. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.